В Париже не только нашлась, но и уютно обосновалась настоящая русская душа. Самый старый книжный магазин Европы «Глоб» был на грани банкротства, но его спасли. Теперь парижане и гости французской столицы приобщаются к великой русской культуре. Виталий Чищухин продолжит. Место встречи русских, живущих во Франции, и французов, интересующихся Россией, вновь изменить нельзя. Париж, оживленный бульвар Бомарше, книжный магазин «Глоб». Спасенный от банкротства, сегодня он выглядит заново открывшимся. Через его двери ежедневно проходит нескончаемый поток читателей. Мой второй язык, и поэтому всегда скучаю по этому языку. И хочется читать по-русски. Год назад полки были полупустые, и новинок не было. Вот с этого момента мы смогли возобновить поставки. Родившийся во Франции и полюбивший Россию, директор и владелец магазинов говорит, что «Глоб» окончательно встал на ноги. Открываются новые отделы, расширяется ассортимент, возобновлены языковые курсы для детей и взрослых. Но самое главное, удалось привлечь новых покупателей. Все чаще из-за переводной литературы сюда стали приходить парижане, никогда раньше не интересовавшиеся русскими авторами. Читают активно классику, конечно. У нас бестселлер до сих пор «Анна Каренина», там это неизменно уже годами. Но очень тоже активно спрашивают новинки из России. И тот факт, что мы стали регулярно их получать, это очень сильно влияет на уровень посещаемости. Эталонный книжный магазин – витрина русской культуры. За свою многолетнюю историю «Глоб» всегда заслуживал только самых изысканных комплиментов. Из когда-то небольшого магазинчика он сумел еще в советские годы превратиться в своеобразный интеллектуальный клуб. И сегодня «Попробуй» считается самой главной и актуальной площадкой во Франции для знакомства с русским искусством, литературой, музыкой и кино. Как раз фильмам «Глоб» уделяет пристальное внимание на этой уже 11-й неделе российского кино в Париже. Книжный магазин едва вместил всех желающих побывать на творческой встрече с режиссером Станиславом Говорухиным. До него здесь раздавали автографы Паустовский, Айтматов и многие другие. Приглашать известных современников, носителей русской культуры – давняя традиция «Глоба». Насколько важно в процентах, я не знаю, но вы понимаете, что очень важно, конечно. Интерес к российской культуре у образованного человека на Западе всегда был. Какие-то годы он ослабевал, потом снова возникал. Потому что русская культура – это же не запятая книжки, это серьезная, очень серьезная страница искусства мирового вообще. А России достоверно такую задачу ставит перед собой все, кто сегодня налаживает самый оживленный диалог двух культур в Париже. Наше мероприятие не ставит задачу показать, так сказать, маргинальное кино, чем грешат все фестивали. Мы стараемся показать различный спектр. Это и комедии, и изысканный арт-хаус, и арт-майстрим, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, как вот этот книжный магазин, на самом деле. Вот здесь и детективы, и вот Федор Михайлович Достоевский. Он закрывается теперь лишь на один день. Воскресенье, выходной. Работает с утра и до самого вечера. На полках «Глоба» не встретишь электронных книг. Но появился онлайн-сервис и очередь сделавших спецзаказы. Об интересе публики к этой литературе может сказать и тот факт, что всего через год после решения финансовых проблем старейший в Европе магазин русской книги вот-вот выйдет на самоокупаемость. Виталий Чищухин, Дмитрий Емельянов, для РЕН-ТВ.